Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, меня зовут Ваня, я рисую сегодня лошадку на масленицу, и, конечно, вы в Инстаграм его части, приходите в Инстаграм, я рисую часто. Лошадка у меня очень простая, рисую прямую линию вот отсюда до сюда, не очень длинную, здесь оставь место и здесь. Лошадка будет простая, у тебя получится. Нарисовали линию, здесь нарисуем вниз, теперь вот отсюда вниз. Примерно такой же длины, что здесь, что здесь. Нарисуем сюда, а здесь нарисуем вот такую линию, вот, наверное, вот отсюда, наверное, вот так вот нарисуем ее. Вот, да. Сюда, это копыта, теперь они поднимаются вверх к телу и назад возвращаются. Получается, две ножки у лошади у нас уже готовы. Просто. Готовы. Теперь нарисуем ей голову. Голову вверх поднимаем. И тело, как бы это шея. Теперь поднимаем вверх и рисуем головку. Головку рисуем просто вот так. Раз, два и вверх. Сверху у нее такие ушки. Так. И ведем ее вниз. Теперь шея такая идет изогнутая. И тут же второй раз сюда идем. Вот сюда. Здесь рисуем глаз. Нашей лошадки глаз и хвост. Хвост сюда, сюда и сюда. Отлично. Все, вот закончен рисунок. И теперь я буду работать только масляной пастелью. Я буду рисовать ей разными цветами узоры. Я возьму синий, голубой. Нет, возьму бирюзовый и возьму желтый. Мне нравятся эти цвета. И раскрашивать так, как тебе хочется. Мне хочется, чтобы у нее посередине ножек были желтенькие. Желтеньким была грива и хвост, к примеру. А все остальное будет разноцветным. В гриву я добавлю бирюзового и покрашу вот так бирюзовым. И полосочки сделаю. Полосочки. Здесь нарисую узорчики, кружочки. У меня декоративная лошадь, которую можно нарисовать, к примеру, как игрушку. Можно рассматривать ее как игрушку. А в кружочках я нарисую маленькие точечки, тоненькие точечки. Здесь в хвосту я тоже нарисую полосочки. Нарисуем полосочки. Так, глаз я сделаю немножко голубым. Здесь голубым. Нарисую седло. Седло прямоугольное здесь идет. Копытца в самом низу голубые. А теперь я возьму красный цвет и покрашу мою лошадку. И, конечно же, вспомню стишок. Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Мне нравится рисовать простые рисунки. Продолжай. Я зову твою маму присоединиться. Здесь можно полосочки нарисовать. И даже еще полосочки. Немножко интересно. Здесь можно рисовать кружочки. Придумывать свои узоры очень интересно. Не надо прям сильно мучиться. Просто рисуй так, как тебе нравится. Рисуй квадратики, кружочки. Постарайся использовать свою фантазию. Вся лошадка красная. Здесь тоже можно кружочки нарисовать. И почти законченная. Такой простой рисунок. Думаю, что еще нарисовать. Можно взять черный мелок уже по масляной пастели. Нарисовать им лошадки сбрую. Обвести, ну и улыбочку нарисовать. Такая лошадка. Я рисую просто. И вот сегодня получилась такая простая лошадка. Я придумывал узоры прямо вот сейчас, как и старался все попроще сделать такое, чтобы ты смог повторить. Масленица. Я почти готов есть блины. Сегодня еще не время, вечером я это буду делать, но вот уже рисунок готов. А так как у нас не каждый день масленица, а один раз в году, всего лишь недельку мы можем порисовать, вспомнить про блины и нарисовать чего-то такого хорошего. Так что рисуй. Спасибо. Сейчас я делаю паузу и буду после этого рисовать петрушку. Не уходи далеко.